Вот уже неделю как стартовал месячник по благоустройству. Но результаты пока особо незаметны. Стоило убрать грязь, как погода начала играть злые шутки. И на улице вновь пошел снег, а затем дождь. И вот снова на дорогах слякоть. Я недоволен темпом хода месячника по благоустройству. Сегодня подверг критике структурные подразделения, глав администрации районов. Есть объективные причины, погодные условия, которые не дают нам возможность в том объеме, в котором запланировано сделать благоустройство. Но, тем не менее, дал поручение, чтобы на этой неделе объем работ был увеличен и усилена работа в этом направлении. За ближайшие 3 недели планируется продолжить ямочный ремонт дорог. Также в районах Нижнего Новгорода спилят ветхие деревья. Всего планируют убрать более 100 стволов. Но вот появятся ли во дворах новые посадки. Те средства, которые необходимы на озеленение, будут выделены главадминистрацией департамента благоустройства для того, чтобы сделать наш город зеленым. Мы помним прекрасно, что в прошлом году мы этому вопросу должное внимание не уделили. В этом году будут средства непосредственно выделены. Порядка 8 миллионов рублей уйдет на озеленение, в дополнение к уже выделенной сумме. И, естественно, чтобы сажать цветы и ухаживать за насаждениями, необходимо окончательно подготовить землю. В частности, для этого проводится городская уборка. 22 апреля будет объявлен субботник городской. Все структурные подразделения, администрации районов, муниципальные предприятия. У нас есть бизнес-структуры, которые изъявили уже желание на данный момент принять участие в субботнике, выйдут и будут благоустраивать город Нижний Новгород. Любой, кто хочет сделать город чистым, может присоединиться к апрельскому субботнику.